Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город». Израильтяне поступили так, как сказал Господь, и в 7-й день стены города обрушились, когда затрубили трубы и воскликнул народ. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей привязать рвленую веревку к окну во время взятия Иерихона. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен.